Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами, Марина. Сегодня я хочу поделиться покупочками, которые я совершила в фикс-прайсе совсем недавно. Итак, вот такие формочки для выпечки, для кексиков, для что-то. Можно замораживать также в них. Вот, здесь 10 штучек, кичен. Там же были формы по 199, я не стала брать их. В моем обзоре вы увидите их хорошо на канале на моем Марина Ширина. Мне понравились вот эти. Если аккуратно ими пользуются, они долго прослужат, я думаю. Вот. Итак, там очень много формочек. Эти формочки, которые у меня большие, также я брала. Очень хорошо пользуюсь я ими. Итак, с покрытием. Так, были куплены мной вот такие батареечки. Так, 55 рублей батареечки. Вот они у нас. Так, 50 рублей стоит у нас. А вот эти 55 рублей. Вот батарейки всегда нужны. Также батарейки хорошо, ну, сейчас вот измерять температуру в градусниках. Нужны батарейки. Там уже израсходовалось. Вот, пожалуйста. Итак, а эти везде пригождаются. Их надо постоянно брать. Я постоянно беру там. И дальше у меня вот такая покупка. Смотрите. Вот такая светодиодная лента. Смотрите, с переключателем. Вот здесь. 199 рублей. Фирма. Вот она ихняя. Так, переключатель вот такой, смотрите. Вот такая здесь не СВ, здесь розетка. Вилка, вернее, в розетку будет сказано. Вилочка. Мы включаем ее. Переключаем здесь сейчас. Так, вот она у нас. Включаем. Опа, смотрите, как горит. Вот такая, метр длины она, метр. Можно приспособить где угодно, где вам очень нужно. Особенно в темных помещениях. Вот. К ней идут вот такие крепленницы, чтобы прикрепить. Там уже с шурупчиками. Вот они, смотрите, видите? Все вот такой крепленницы. Вот они. И ее по длине можно прикрепить. Вот так она светится. Красиво. Сейчас я выключу свет, и вы увидите. Смотрите, видите, как метр. Очень прекрасно, с переключением. Все. Так что, кому это необходимо, покупаем. Вот такая она, метр длины. Вот переключатель. Вот вилочка. Здесь же также, вот видите, все сделано. Итак, 199 рублей. Так, сейчас я вам расскажу, дорогие мои друзья. Так, 6 креплений, да, в комплекте идет у нас. Дальше 220 вольт в электрическую розетку подключаете, и все. Никаких петель, просто включаете розеточку, и она у вас работает. Вот так. Так, также был дезодорант, вот такой освежитель воздуха, 2 в 1. Мне рекомендовали, что кошки, котята не будут драть обои. Они очень боятся ефруктов. Вот. Не знаю, я вчера брызгала, что-то я не вижу этого совершенно. Как он хотел когти свои поточить, обои, так он и проделывает, пока не отгонишь его. То, что написано, я теперь мало верю. Так, вот такой горошек, дорогие мои друзья. У нас горошек, цена 27,60. У нас горошек. Да, вот такой горошек. Так, это Краснодарский край, производитель. 420. Сегодня я буду делать сейчас винегретик. И такая цена, 420 грамм. И я еще сейчас я его открою и покажу вам, какой он там внутри. Так, мы его открываем и смотрим, что у него там внутри. Дорогие мои. Вот такая водичка.
Сейчас я достану ложечку, которая у меня с дырочками. Вот такой горошек. Сейчас попробуем. Нормальный. Нормальный горошек. Так что, кому необходимо, покупайте 27,50. Все удовольствие. Также было приобретено там кукуруза. Эта кукуруза у нас, производитель у нас, сейчас скажу, Смоленск производитель. Кукуруза сахарная, но я открывать не буду, 310 грамм. После я в комментариях под видео со своим напишу, какая себе кукуруза. Вот. Мне она сейчас не нужна. Также были куплены мной. Там первый раз я купила туалетную бумагу, дорогие мои друзья. Вот такая туалетная бумага была куплена мной. Смотрите. Вот такая. Зева. Здесь 8 штук. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, как она. 8 штук. Трехслойная. Вот она, видите. Так, мы ее откроем и найдем. Так, ножичек нам нужен помочь, чтобы открыть. Цена ее, новая цена, как уже 2 года в экспрессе, 149 рублей. Так, запах от нее приятный. Очень приятный. Да, такой хороший. Так, ну и посмотрим. Вот такая она. Сейчас сравним с другой бумагой, которую я покупала тоже в экспрессе. Такая бумага. И вот она, фирма. Вот такая. Ее. Они, мне кажется, вот это потолще. Вот это тоньше, а вот это потолще. Прям вот я на ощупь ее проверяю. Так что смотрите, что выбираете, что вам лучше, какая бумага подойдет вам для использования. Итак, спасибо вам за то, что посещаете мой канал. Я с вами, Марина. За все спасибо. Итак, спасибо. Пока-пока. Счастливо. Всем, всем и здоровья. Опасайтесь вируса, который идет нас с Китая. Пугают каждый день.